Вольер для четвероногих друзей из приюта «Подарок судьбы» скоро станет уютнее. Руководитель Минприроды вместе с лесниками привезли древесину для отделки стен и пола. С помощью досок работники приюта будут утеплять помещение, чтобы питомцы не мерзли на бетонном полу и чувствовали себя комфортно. К счастью, обитатели приюта перетерпели 30-градусные морозы. Пережили, как говорится, смертельных исходов, слава богу, не было. Дело в том, что собака переживет любой мороз даже на открытом снегу, если она будет сытая. Слава богу, у нас собаки сытые, зимой мы их переводим на двухразовое кормление. Специалисты Минприроды и труженики лесхоза не первый год помогают благотворительным организациям. Стройматериалы поставляют регулярно. В 2020 году приютом Ульяновской области, приютом, который содержит собак, приюту и школе «Талисман» была оказана помощь в предоставлении пиломатериалов более чем 100 кубов. В этот раз к Минприроды присоединились арендаторы лесхозов Барышского, Новоспасского и Николаевского районов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ.